эти покупают огромные вот эти букеты за огромные деньги. Та уже в силу своего возраста ей абсолютно неинтересно там стоять, это все выслушивать, но ей приходится выходить. И я, честно говоря, рад, что этот Рамзан Кадыров, он именно вот таким образом с вами обращается, что он заставляет вас так унижаться. Это напоминание для вас о том, кем вы являетесь, чтобы вы не забывали, кому вы служите, в чем вообще ваша суть, насколько вас уважают, чтобы вы все это не забывали. Это очень правильная тактика, на мой взгляд. Человек, которого Томсон называет Иудовым, как его настоящая фамилия, просто интересно. Иудов, их брат. Я, честно говоря, их вот эти срыгивания не смотрел, я не знаю, что они там сказали, но я смотрел ответы, которые делают на это в Адате. Сегодня празднуется День Матери в России. Это тот день, когда Иудов, Делимханов и прочие кадыровские товарищи, они должны с букетами цветов идти к Аймане Несиивной Кадырове, матери Рамзана Кадырова, жене Ахмата Кадырова. Они должны идти к ней и с букетами цветов стоять там перед ней, поздравлять ее, потому что они дали ей вот этот титул «Мать Отечества», что ли, вот так это переводится, «Мехкна» на нее называют. Это как, знаете, король Саудовской Аравии, да, он носит титул хранителя двух святынь. Вот такой вот, как бы дали ему вот этот вот символический титул. Вот также они дали этот некий символический такой титул матери Рамзана Кадырова, Аймани. Типа она мать всем чеченцам. Такая вот мать отчизны, мать родины, мать отечества. И, соответственно, в день матери нужно вот эту вот самую главную их мать, как бы ее нужно поздравлять. И так у них очень много различных праздников, там, дней рождений, всяких прочих, 8 марта, там, женских дней и так далее. Ну вот плюс к этому сейчас еще вот этот День Матери. И, наверное, сегодня вот уже ночью и завтра мы, наверное, будем видеть выложенные ролики, фотографии с этими букетами цветов, как они все будут там стоять и в униженном положении какие-то поздравительные шаблонные речи говорить матери Кадырова, от которых она, наверное, сама уже давно устала, но и она считает, и все в этой кадыровской власти считают, что это некий долг, что это вот какая-то данька неким традициям, традициям НКВДшников, традициям оккупантов, тех, кому они служат, тех, кому служили их отцы. Они считают, что это вот нужно вот это все соблюдать, это некая вот эта символика, она необходима. Поэтому они вот через «не хочу» эти покупают огромные вот эти букеты за огромные деньги. Та уже в силу своего возраста ей абсолютно неинтересно там стоять, это все выслушивать, но ей приходится выходить, слушать, что-то там отвечать, кивать, улыбаться, где-то слезу скупую пускать. В общем, сегодня будет все вот это лицемерие. И я, честно говоря, рад, что этот Рамзан Кадыров, он именно вот таким образом с вами обращается, что он заставляет вас так унижаться. Это напоминание для вас о том, кем вы являетесь, чтобы вы не забывали, кому вы служите, в чем вообще ваша суть, насколько вас уважают, чтобы вы все это не забывали. Это очень правильная тактика, на мой взгляд. Кадыров с вами ведет себя так же, как с ним ведет себя Путин, как с ним себя ведут его хозяева. Точно так же. Вы видели, как его подтягивают, с каким видом он сидит перед Путиным, как он перед ним лебезит, как он вынужден показывать свою ущербность перед ним, ни в коем случае, даже видом своим не подавая, что он может претендовать там на что-то, чтобы Путин даже не подумал о каких-то там амбициях Кадырова. Вот так он себя перед ним ведет. И он заставляет вас, соответственно, вести себя так же. И вот вы сегодня будете в очередной раз исполнять этот унизительный обряд, будете стоять с этими цветами и поздравлять мать Кадырова. А мы будем на вас смотреть, наблюдать за этим и улыбаться. И напоминать друг другу, какими быть нельзя, что бывает с теми, кто не чтит
свою честь, кто продает свою честь, кто обменяет, да, свою честь, свой ахера, мир будущий, обменяет на благо этого мира. Вот что с ними происходит. Это очень хороший пример. И я очень рад тому, что нам есть что показать нашим детям, подрастающему поколению. У нас есть вот эти вот ваши фотографии, ваши видео, чтобы мы прям могли им показывать и говорить, вот если вы не хотите вот так, то будьте честны сами с собой. Берегите свою честь. Ассаляму алейкум, брат. Рад тебя видеть. Наверное, первый раз я с тобой не согласен, что мать Кадырова, наверное, устала. Абсолютно не устала. Ей это очень нравится. Алейкум ассалям. Ну, я все-таки полагаю, что навряд ли это может взрослому человеку не надоесть. Ну, представь, постоянно к тебе приходят, тебе нужно выходить, там что-то их выслушивать, в ответ им что-то говорить. Нужно где-то улыбаться, где-то плакать. Это нелегко на самом деле, это надоедает. На красный свет пусть проезжают, говорит. Не, ни в коем случае, патриот. Красный свет, это правило дорожного движения, нужно соблюдать. Но если кто-то нарушил это правило дорожного движения, его нужно наказывать в соответствии с КОАП. Этот кодекс административных правонарушений. Ты не можешь за то, что человек проехал на красный свет, его расстрелять. Это неправильно. У него нельзя забирать за это машину, изымать у него права, требовать выкуп за автомобиль. Оскорблять его, этого всего делать нельзя, пытать его в конце-то концов. В КУАПе написано, проезд на красный свет, какой там штраф? 500 рублей или там сколько, 1000 рублей, 5000 рублей, ну выпиши ему этот штраф, пусть заплатит. Один раз заплатит, в следующий раз ему будет уже не так комфортно проезжать на красный свет. Мы ведь здесь тоже в Европе живем, мы тоже пользуемся автомобилями, также бывают ситуации, когда ты что-то где-то нарушил, тебя останавливает полиция, но у тебя здесь машину не забирают, тебя здесь не оскорбляют, на дорожку там не выставляют, по телевизору не показывают. Вот этого всего здесь не бывает. Тебя не пытают, не убивают в конце-то концов. Просто полицейский тебе присылает штраф. Ему абсолютно плевать, он тебе не должен мораль читать, ничего подобного. Он просто присылает тебе штраф, ты его заплатишь, он, кстати, не маленький здесь штраф, высокий. Ты один раз заплатишь, в следующий раз ты будешь уже внимательнее. Если в России считают, что слишком мягкое наказание, допустим, за проезд на красный свет или за непристегнутый ремень, надо увеличивать, значит, эти штрафы. И все, вопрос решен. Беспредельничать просто нельзя. Надо, чтобы все было по закону. Ассаляму алейкум, брат. Видел, как Ахматов Стрингиз и Ахмед Шалун пытаются выставить Джохара бандюгой? Кстати, свитер, а также рад тебя видеть. Свитер огонь, а также рад тебя видеть. Алейкум ассаляму рамату баракату. Баракаллаху фик, брат. Я, честно говоря, их вот эти срыгивания не смотрел. Я не знаю, что они там сказали. Но я смотрел ответы, которые делают на это в Адате. Адат опубликовали несколько статей. Показали там, что раньше этот Кадыров поддерживал Джохара. Высказывание Кадырова-младшего про Джохара очень полезную, в общем, работу провели. Поэтому из статей Адат я понял, что они там что-то подобное высказали. Но их сами обращения, честно говоря, не смотрел. Ассаляму алейкум, брат. Расскажи, пожалуйста, Рамзан Кафыров знал лично Хаттаба, да помилует его Аллах, и какой вес имел Хаттаб, и Кафыровы были сильнее, или Кафыровы были сильнее? Ва алейкум ассаляму рамтуллах. Рамзан Кадыров лично Хаттаба, конечно же, не знал. Кто такой Рамзан Кадыров, чтобы знать Хаттаба? А вот его отец, он, да, конечно, он был знаком с Хаттабом, так как тот был у нас муфтием. А что касается веса, да какой вес? Я же вам показывал, чем он занимался при Ичкерии. Он танцевал и шел там следом за своим отцом. Ну и водителем там, кажется, у него подрабатывал это все, чем он занимался. Это я говорю сейчас про действующего вот этого Рамзана. Ну а его отец какое-то время, да, он у нас как будучи муфтием, за это к нему относились уважительно. Но как только этот человек совершил предательство, все отношение к нему, разумеется, моментально изменилось. Человек, которого Томсо называет Иудовым, как его настоящая фамилия? Просто интересно. Его настоящая фамилия Иудов, но он сам себя почему-то называет Даудов. Интагрини,
سأمحو رجس الصيون. انتظري.